Заперто. Помощь нужна. Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. Поднимайся, я открыл тебе лифт. Давай быстрее, что ты там копаешься? Через дверь даже не пытайся, она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Посещение с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. Доктор Кульман. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет.
Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да, я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Давай, объединим усилия, поможем друг другу. Пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к пребыванию в глубоком космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Не потерплю к себе такого отношения, Морли. Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? У меня пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно в нынешних условиях. Я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением. И не думай, что я блефую. Thank you.
Нет, нет, не туда. Дальше, дальше по этому коридору. Код доступа нашла? Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его. Внимание. Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт. Вы стоите на вершине холма. Отсюда открывается вид на ваш дом. Вы далеко, в дом у вас. Вы знаете, что можете. Что вы чувствуете?
Морли. Морли.